нажал правую, чуть-чуть правую подожми рацию, слушай, отпускай плавно. И готовься к посадке. За метр от земли активно дверь затягивает. И побежал. И разворачивайся. Левый поработал, подошел. Нет, Сань, давай в розочку здесь это стелишься. Туда, к лесу дальше не уходи здесь. Здесь работай, левую руку, левую поджал головой. Пониже сюда спустись и посидеть. Мне, в принципе, понравилось. Старт у тебя получился. Только выполняй команды. Я клеванкой не перейду. Неправильно. Да, вот я верю. А она никак. Да. Тебе пришлось перебирать, переключил момент, начал забирать. Да, я понял. Я начал думать опять, как всегда. Все плохо заканчивается, когда начинаешь думать, я уже начал понимать. Вот. Сейчас правой рукой работаем и подходим к крылу. Чуть-чуть продерни и работаем правой и подходим. Продерни. Вот правой. Отлично. Видишь, она расправилась. Вот он баланс. Подвигаем. Бежать, бежать, бежать. Левой подработаем. Так, сейчас левой работаем. Левой бежать вперед. Левой работаем. Смещаем. Правой. Подходим. Видишь, оно так более работает. Подходишь? Как только передерживаешь, оно начинает, блин, там выкобениваться, ломаться по консолям и так далее. Давай сейчас сделаем так, ты собери его в розочку и встань туда. Это будет более безопасно, у тебя будет маневр амплитуда направо. Потому что если ты здесь стартанешь, потащишь направо, ты просто в деревья врежешься. Так. Полетик. Вправо лучше разворотик, вправо сначала разворотик. О, да, поворот чуть-чуть вправо, отворотик. Вот, а потом влево. Весом и клевантой. Алексей, проскачивай крыло. Вот так вот, да. И влево пошел. Сильно не надо большой крен. Чуть-чуть. Летим прямо туда, ничего страшного. Давай сейчас поднимем, если ты этот самый его нормально стабилизируешь, я дам тебе команду. Правой работаем рукой, подходим. Поднимай купол. Притормози купол. Видишь, зафронталило, не притормозил. Поздно притормозил, да? Да, алло. Здорово, Дим, сейчас я занят, на горке занимаюсь. Попозже, давай позвонимся. Да, давай. Видела она, как разгрузилась у тебя купол? Да. Ну вот. Я поздно притормозил. Да, разгрузи. Ты это должен чувствовать на свободных концах. Правой уже пора работать. Больше работай правой. Подходи. Левой теперь работаем. Подходим. Видишь, ровненько у тебя получилось более-менее. Все, отсюда уже можешь чухать вниз. Левой поработали. Все, разворачиваемся. Поджали. Больше правую подожми. Правую. Ты держи правую. Вперед, давай, пошел. Разбегаемся. Все, летим. Побежали. Готовимся бежать. Правую держим. Бежать. Все, стоп. Проталка. Разворачиваемся. Протряхиваем его.